Всем привет, дамы и господа. И сегодня мы с вами поговорим о кресле от компании Casual. Я хочу сейчас продолжить вообще обзор на этот бренд, потому что бренд мне очень сильно нравится. Этот бренд относительно недавно есть в ассортименте «Мир автокресел». А как вы знаете, в «Мир автокресел» мы набираем, скажем, выбираем ассортимент очень тщательно, дотошно, каждый бренд, каждую модель, чтобы весь ассортимент был очень достойный, чтобы у людей было предложение и как бы в сегменте, скажем так, среднем, премиальном, ниже среднего. Вот это такой вот предпремиум по цене среднего сегмента, я бы его так назвал. Вот, друзья, поэтому вот очень рекомендую посмотреть этот обзор. Это кресло Casual. Моделька у нас называется, сейчас я вам точно скажу, у нее длинное название, чтобы я вот не ошибся. Вот, Class Fix Plus Eye Size, так называется эта модель. Длиннющее название, но пускай хоть там 10 слов будет. Главное, чтобы кресло было очень достойное. А здесь все очень круто, как в очень дорогом немце, только за полцены, скажем так. Вот, здесь умудрились так все сделать. Это категория кресла 2-3, с 15 кг до 36, с метра роста до 150 сантиметров можно катать здесь ребеночка. Как вы поняли в названии, есть приставочка iSize. Это означает, что это кресло соответствует новому стандарту безопасности, который, скажем так, очень жестко, ну, у него очень жесткие требования к безопасной перевозке ребенка, и поэтому можно детей доверять. Вот. Для тех, кто там хочет видеть таз-тесты ADAC, то эти кресла обычно подороже бывают. Но я уверен, что и здесь мы тоже скоро эти тесты увидим. Для таких недоверяющих, скажем так. Вот. Но iSize есть, все, значит, кресло хорошее. Вот, друзья, 2-3 категория без внутренних ремней. Мы видим прекрасно, здесь ребеночек пристегивается автомобильным взрослым ремнем. Сейчас я вам быстренько это покажу, но перед этим хочу заметить, что касается самого вот материала, хочу о нем сразу рассказать. Здесь ткань, она такая достаточно плотная. Очень мягкая, вот в дальних поездках, смотрите, насколько у меня нажимается, не знаю, сантиметров на 5, наверное, у меня здесь сантиметра на 3, а тут сантиметров на 5. Здесь по комфорту все очень хорошо. Сразу давайте покажу угол наклона, который мы здесь получаем. Вот, нам здесь не свободный ход у спинки, как обычно, чаще всего бывает 90% кресел, а здесь платформа EasyFix, на которой мы можем его поднимать. Все очень классно. Ножечки наверх, меньше затекают из-за этого. И что касается еще комфорта ребенка, здесь встроенные наушники. Есть еще один такой бренд, у которого это есть. Это вот второй бренд, который я знаю с такими наушниками. На самом деле, редко кто так делает. Здесь AUX провод идет в комплекте. Подключаем к какому-то гаджету, и у ребенка звук вот здесь. И причем я послушал звук, реально прикольный. Я бы не сказал, что там так хай-эндовские наушники, но очень достойно для встроенных подголовник динамиков играет все это. Это не как колоночки там громко кричит, это наушники. А играет здесь у ребенка, вам их практически не слышно. Но засовывая сюда голову, я чувствую, что прям можно даже кино интересно было бы посмотреть. Поэтому за это им, конечно, 5 баллов, молодцы. И ткань, кстати, из опыта могу вам сказать, очень износостойкая, очень, скажем так, долго не теряет товарный вид, даже после нескольких стирок. Вот эти ткани очень хорошо живут. Единственное, стирайте до 30 градусов, лучше даже вручную постирали, оденьте обратно после сушки. Просто если температура будет высокая, температура, то оно сядет, ткань сядет, и вы ее обратно не оденете. Так, давайте теперь посмотрим, как пристегнуть ребеночка. Быстренько покажу. Здесь, смотрите, в комплекте идет вот такая вот накладочка на ремень, скажем так. Она нужна для того, чтобы при ДТП сам ремень тоже травмирует ребенка. Вот смотрите, друзья, вот такая вот накладочка. Мы берем ремень, иди сюда, пропускаем здесь ремешочек. Сейчас я это продемонстрирую вам. Пропускаем. В подголовнике есть направляющий. Просовываем туда ремень. Вот эта накладочка у нас остается здесь.
Вытаскиваем ремешок. Что-то ремень тугой у нас в кресле сегодня. Вот. Нижняя часть ремня проходит вот здесь в направляющем. Скажем так, назовем его так. Фиксатор ремня, наверное, будет правильнее. И потом пристегиваем. Вот эта часть, накладка, она фиксируется с помощью петельки за направляющих подголовники. Она не будет вот так вот тянуться за ремнем. Я ее сейчас просто не одел до конца. Все, она находится на плечевой зоне у ребенка, вот здесь непосредственно, и все нормально. Вот эта же часть, сейчас просто ремень притянул, здесь нет ребенка. Здесь мы пропускаем ремень, чтобы с живота снизить нагрузку. Здесь накладочка для того, чтобы снизить нагрузку с плечевой зоны от самого ремня. Поэтому вот этими вещами не пренебрегайте, друзья, пользуйтесь. Вот, и от ремня, не дай бог что-то случится, ребенок получит ощутимо меньше травму. Поэтому пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Я ее уберу. Вот. Как пристегнуть ребеночку, друзья, мы с вами разобрались. Здесь все очень-очень просто. Важный момент, кстати, пока не забыл, давайте сразу. Я во всех обзорах это говорю. Ремень здесь, так как не пятиточечный, а автомобильный, нам нужно отрегулировать подголовник таким образом, чтобы от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев и не меньше одного. Потому что если выше поднимем, ремень на горле будет ДТП. Очень опасно. Поэтому здесь следите за этим внимательно. Все, убираем ремешок. По углу наклона я уже вам показывал. Здесь очень приличный наклон, чтобы ребеночек мог поспать. С этим все хорошо. Так, и давайте комплектации, что еще есть, покажу вам. Идут вот такие вот направляющие для изофикса. В большинстве автомобилей просто нет встроенного направляющего, чтобы вы кожу там, или ткань в автомобиле, в сиденье не портили. У вас такие готовые отверстия, которые вы заранее за изофикс цепляете. И потом автокресло пропускаем изофикс через уже нужное отверстие. Также в комплекте идет подстаканник, друзья. Здоровый большой подстаканник. Вот провод, о котором я говорил, для подключения гаджетов. Вот. И что еще? Дополнительная боковая защита. Дополнительную боковую защиту мы устанавливаем здесь сбоку или с этой стороны, она зеркальная, ставится с двух сторон одинаково. И ставим обязательно где дверь, потому что при ДТП эта система, она рушится, гасит энергию удара, берет такую первую волну удара на себя, и потом уже энергия уходит на сам каркас. Вот эта вещь не бесполезная, очень эффективная, поэтому одеваем сюда и пользуемся, друзья. Вот, собственно, что касается комплекта. Само же кресло, если у вас, например, изофикса нету в автомобиле, такое, к сожалению, но бывает, его можно точно так же, как вот я сейчас поставил, ремнем все это пристегнул и ездите. Это также безопасно практически, как и с изофиксом. Поэтому, если у вас нет изофикса, не нужно выбирать другое кресло, если это вам понравилось. С креслом все хорошо. Поменяйте машину с изофиксом, будет у вас крепление уже вот такое. Выезжают салазочки. Защелкиваем. Задвигаем назад. Все, и у нас точно так же прекрасно регулируется наклон сидения, спинки, как и с изофиксом, так и без изофикса. Абсолютно ничего не меняется, друзья. Вот, поэтому я считаю это кресло очень достойным, друзья. Мне оно очень понравилось. Вообще этот бренд, вот я не знаю, они появились и прям вот натворили дел, скажем так, на рынке кресел. Предлагают очень хорошее соотношение цена-качество. Ну,
А насчет качества изготовления, оно очень выше среднего, друзья. Вот по моим личным ощущениям, очень качественно, добротно все сделано. Даже какие-то мультимедиа какая-то уже тут даже появляться начинает, но звук я имею в виду встроенный. Вот, поэтому можете приехать в сеть магазинов «Мир автокресел» с ребеночком, посадить, убедиться в том, что я сказал, что кресло очень достойное. Вот, и, соответственно, уже сделать правильный выбор. Что я хочу вам пожелать, друзья? Сделайте, пожалуйста, хороший, грамотный выбор кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всем пока!